Отдельные депутаты посчитали, что перечень лиц, предложенных в Общественный совет области, неполный, и хотели было предложить еще хотя бы пару человек. Но председатель напомнил, количество членов Общественного совета строго ограничено. Вот так единогласно проголосовали народные избранники за выделение средств для отдельных категорий граждан при бесплатном амбулаторном лечении. Стоит отметить, что наряду с остальными обсуждался и вопрос выделения средств для двух больных новым генетическим заболеванием – болезнь Помпи. Депутаты согласились, что необходимо выделить деньги, ведь без специфического лечения больные этим недугом, поражающим в первую очередь сердечную мышцу и скелетную мускулатуру, могут умереть. Стоит отметить, что согласно информации, размещенной в интернете, годовой курс лечения в среднем обходится на одного человека от 100 до 300 тысяч долларов США. Этот вопрос вчера был рассмотрен на постоянной комиссии по социальному развитию. Мы лишали возможность выделения средств на бесплатные лекарства для инвалидов и детей. Вторая проблема – появление нового заболевания. Необходимо выделить бесплатные лекарства, чтобы остановить недуг в самом начале. Под занавес мероприятия был отмечен труд депутатов, которые представляли интересы народа в Маслихате Южно-Казахстанской области более 3 созывов подряд. Ветеранов местной представительной власти отметили специальной лентой, нагрудным знаком и удостоверением «Почетный депутат Маслихата в Казахстане».